конфликта с участием боевых машин. Топливо для этих машин поступало из регионов, подконтрольных Османской империи. Там же пролегали ключевые торговые маршруты и находились важные стратегические... Niçin buralara geldiklerine vakıfız? Petrolümüz için geldiler elbet. O kara altın ki, belasıyla da, nimetiyle de nicedir bu topraklarda. Kara altın ki, devletleri kılar imparatorluk, Adem evladını da canavar. Canavarlar ki, sırf cenk etmekten anlarlar. Bu topraklardan petrol fışkırmaya devam ettikçe, su çölde bir serap gibi ırak olacaktır buralardan. Британцы высадились на наших берегах и угрожают всему полуострову Альфао. Но их остановит наш аванпост. Мы в это время будем отступать с боями на нашу вторую линию обороны в болотах Сунвада. Наконец мы займем оборону на ключевой позиции в крепости Фао. Пока стоят ее стены, надежды британцев получить нефть канут в песок. Мы потеряли цель Баклан. Мы потеряли сектор. Потеряли цель Баклан. Мы потеряли цель Аист. Мы потеряли сектор.
достиг последней цели. Теряем цель Аист. Мы потеряли цель Аист. Потеряли цель Баклан. Поражение. Британцам мало завоевать полмира. Они отняли у нас наши земли. Но это проклятие еще и дар. Ибо мы присоединимся к нашим братьям и атакуем Суэцкий канал. Британии удалось закрепиться на нефтяных месторождениях Персидского залива. Но вскоре османы атаковали Суэцкий канал, от которого во многом зависело мировое доминирование британцев. Sevgili abicim, dün Süveyş kanalına bir taarruzda bulunduk. Lakin İngiliz İmparatorluğu'nun bu damarını henüz kesip atamadık. Onların taarruzunu beklemeliyiz. Emperyal canavar henüz uyanmadı. Budalalar çölü geçebileceğimize ihtimal vermediler. Yarın inşallah bu aptallıkları yüzünden pişman olacaklar. Sultanım çok yaşa. Наши силы заняли плацдарм на берегу Суэцкого канала, блокируя перемещение британских судов. Мы будем удерживать укрепления на восточном берегу столько, сколько понадобится. Если мы потеряем их, то отступим. Мы теряем цель Баклан. Потеряли цель Баклан. Sıhhi yardım çantasını kullan. Мы теряем цель Аист.
Мы теряем цель Аист. Мы потеряли цель Баклан. Мы потеряли сектор. Мы теряем цель Аист. Потеряли сектор. Враг достиг последней цели. Мы потеряли цель Аист. Мимат! Ага, орда! Sana mühimmat. Мы теряем цель Баклан. Придется возвращаться назад через пустыню. Если же они осмелятся преследовать нас, то найдут людей, более достойных жить, чем они сами.
Отвоевав Суэцкий канал, британцы продолжили преследовать турок в Синайской пустыне. Османская армия выстроила здесь временные, но мощные укрепления. İki gündür aralıksız nöbetteyim. Az evvel çelik canavarlardan koca bir taburun çölü geçtiğini gördüm dalgalanan sıcağın arasında. Akabinde dedim ki kendime, öyle şey olmaz. Çok bitkin düştüm ondandır. Bu makinelerde korkutmak için düşmanın icat ettiği palavralardır. Aslı yoktur. Мы потеряли сектор.
потеряли цель Аист. Ага, сухи ярдым чантасы. Sıhhi yardım çantası. Tedavi ol. Yaralandın mı? Seni tedavi edeceğim. Aha, sıhhi yardım çantası. Мы потеряли сектор. Цель Аист. Сухи ярдым чантасы. Мы теряем цель Аист. Thank you.
Цель Айс. Мы потеряли сил. Sıhhi yardım çantası. Kullan bunu. Мы потеряли цель Аист. Sıhhi yardım çantası. Sıhhi yardım çantası. Al bunu. Yaralarını tedavi edin. Bilmiyorum. Hayır. Мы потеряли цель Баклан. Yaralısın. Yardım edebilirim. Sıhhi yardım çantası. Kullan bunu. Мы потеряли сил. Отступайте в следующий сектор. Ага, сухи ярдым чантасы. Отступление прошло успешно. Приготовьтесь защищать сектор. Достиг последней цели. Потеряли цель Баклан. Теряем цель Сорока. Мы
потеряли цель Сорока. Братья, пусть британцы празднуют победу, но эти пески всегда будут свободными. Маршируем домой с гордо поднятыми головами. Несмотря на успехи союзных сил на Ближнем Востоке, вопрос окончательной победы был не закрыт. Столкновение амбиций, нарушение договоренности и передел территорий породили новые конфликты на много лет вперед. Я давно понял, что целью моей жизни было отправиться в крупный военный поход. И на рассвете моя цель будет достигнута. Тысячи наших солдат тихо ждут в корпусе этого старого угольного судна, этого троянского коня. Мы готовы накормить османов нашей острой британской сталью. Я видел карты, которые используют наши командиры. Карты еще с Крымской войны, им свыше полувека. Сколько раз мне предстоит увидеть восход солнца над полем боя? Я старый пес, который слишком устал от войны. После этого похода мне пора выйти на пенсию. Солдаты, сегодня мы захватим бьющееся сердце Османской империи – Галлипольский полуостров. На рассвете мы штурмуем пляж В на мысе Гелес. Оттуда мы сможем захватить их форт и склады в деревне Седельбаха.
зону боев. Осталась половина наших войск. Thank you.
зону боев. У нас осталось 50 солдат. В зону боев. Поберегись! Граната! У нас осталось 20 солдат. Храбро сражались, но мы побеждены. Солдаты, мы прошли 3000 миль, чтобы окончить эту войну. Это слишком далеко, мы не можем себе позволить проиграть. Снова вперед! Нам в подмогу прибыл дредноут. Сволочи!
силы боев. Помощь, не подожди! Давай, встань! Марш! Вернитесь в зону боев. Граната рядом! Это тебе аптечка! Ранили. Надо подлечить. Аптечка. Это тебе аптечка? Мы теряем.
теряем цель Аист. Мы снова побеждены. Но у нас еще есть один шанс защитить нашу честь и добиться победы для нашей страны. Накормим их горечью нашей стали в последний раз. Нам в подмогу прибыл дредноут. Аптечка пригодится. Помогу! Thank you.
Аптечка пригодится!
Османская империя сопротивляется со стойкостью, достойной восхищения. Здесь, среди песка и камней, мы с достоинством принимаем наше поражение. Союзные войска отступили с Галлиполийского полуострова в январе 1916 года. После 6 месяцев непрерывных сражений союзные силы потеряли более 44 тысяч человек, а Турция вдвое больше. Британцам не досталось ни дюйма турецкой земли. Хотя военная кампания отвлекла крупные силы турецких войск от русских, она стала абсолютной неудачей британцев, объединив османов и сплотив их вместо того, чтобы разгромить. Уинстон Черчилль был низложен и покинул кабинет. Полковник Мустафа Кемаль стал народным героем, а позже отцом-основателем турецкого государства.